5 279 000 000 рублей в этом году составил дорожный фонд Чувашии. Из них на ремонт, строительство, содержание дорог и другие нужды сейчас потрачено чуть более 2 миллиардов. Такие данные озвучил министр транспорта республики на еженедельном совещании правительства. Отремонтировано 126 километров дорог, 71 дворовая территория и 10 проездов. Построено 9 километров линии освещения. Кроме того, в республике закупили дополнительно 37 комплексов фото- и видеофиксации. Установить их должны к ноябрю. Больше всего средств получила столица. При наибольшем объеме выделенных средств также имеет недостаточное исполнение город Чебоксары. Из дорожного фонда в 2019 году город Чебоксары были предусмотрены средства в сумме 1 миллиард 410 миллионов рублей. Это 27% от фонда, из которых кассовое исполнение составляет 272 миллиона. Это всего лишь 19%. Считаю необходимым руководству города Чебоксары взять под личный контроль выполнение дорожных работ и план текущего года по основным объектам. Это по улице Университетской, Ивана Яковлева, Солнечной и Асламаса. Работы подрядчикам оплачивают по факту выполненных работ, так что точнее об использовании средств дорожного фонда можно будет судить в октябре-ноябре, ближе к окончанию сроков контрактов. Глава Чувашии также отметил, важно, чтобы при строительстве и реконструкции дорог большегрузная техника не портила существующую дорожную сеть. За этим необходимо тщательно следить самим подрядчикам и муниципалитетам. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.